Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, сегодня попробуем подняться до 22 ранга. Так, за кого будем играть, за растения или за зомби? Ну, давай, раз у нас тут бабах стоит, начнем с него. И против, блин, супермозга, а? Я заметил, очень-очень ребята часто стали за него играть. Ну что же, я, наверное, вот это... Хотя, блин, надо было оставить. Ладно. Если он будет играть через кровожадность, то здесь будет очень много мелких, да? И виноградина здесь нам подойдет. Ха-ха. Не бывать этому. Захотел вытянуть легендарную карту себе, но просчитался. Смотрим дальше. Мина. Так. Блин, пока ничего не будем делать. Идет на опережение, ребята. Взял дополнительную энергию. Что-то мне это уже знакомо до боли. А у меня, как всегда, две лужайки. Ай-яй-яй. Вот ты когда решил, значит, сделать. Ну, давай посмотрим. А, у него еще три энергии. Ну, выстрелил, и все на этом. Хорош. Так. У него пять энергии, да? А у меня четыре пока. Ну что, наверное, я сделаю вот так вот. О, прекрасно. Слушай, это хорошо, что орех 3-8. Так, 5-6. Что-то он там, что-то выжидает. Что-то он хочет сделать, а? Сейчас, вот скажи мне на милость. Ага, хочет опять выбрать какую-то хорошую себе карту. Ну давай, допустим, я сделаю вот так вот. И все пока, да? Поехали. Так, он может ландшафт, естественно, заменить. Но он не стал почему-то этого делать. Уж не знаю почему. Так, у меня еще свой орех, да, такой? Да, блин, а это сейчас будет классно, смотри. Ну, этого отсюда уберем. Так, получается, у меня два ореха, я их поставлю. Они будут наносить по 2 единицы урона. А размещает зомби-астронавта? Зачем он это делает? Я не понимаю, ребят. Он же все равно погиб. Странный какой-то малый. Так, ну теперь поехали, короче. Так. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Размещает зомби-астронавта. Ага, ставит кровожадность. Ха, ладно. Я тебя понял. Еще зомби-астронавта. Еще что ли кровожадность у тебя, нет? Сейчас мой бомбанет. Так, еще два в лицо. Этого можно уже не трогать. Хотя через этот мы бомбанем сейчас его, да? Через нашу виноградину. Да, ну, брось ты. Завязывай давай уже такие штуки-то делать. Да, и вот так вот я, пожалуй, сделаю. Что он там делает? Угу. Заменяет ландшафт. Ну, предположим. Могила ед. Я могу сделать вот так. И вот так. Какие там у него планы-то будут? Уничтожает растение 5 или больше, окей.
Кровожадность. Пси. Хорошо. Вытягиваю две карты. Ну, гаденыш, а, смотри. Но не забывай, что любой урон на моему вот этому ореху отразится на нем, на его хп. И вот как он это будет сейчас делать, я ума не приложу. Ну, допустим, возьмет две энергии еще, да? Акула. Ох. Ты же в курсе, что ты зря все это делаешь? Нет? Наверное, не в курсе, ребята. Смотри. Это мы с тобой уберем. Отсюда раз. А вот так вот поставим. Это будет два. Ну и что у тебя там есть? Кровожадность и прочерк. Ты думаешь, тебе это поможет? Ну, начали неплохо, ребята. Первая победа есть. Ох ты, выиграйте 5 многопользовательских игр, и я получу, ребята, 100 гемов. А мне как раз и нужно выиграть 5 для того, чтобы перейти на следующий ранг. Так, у нас 23 ранг, и это супермозг. Или как его? Мозг-атака? Да, мозг-атака, ребят. Так, это я уберу. Твою ж налево, вы сейчас издеваетесь? Ну, хотя бы так. Блин, мозг-атака со своей эврикой, с доборами карт. В общем, все у него хорошо. Но зато, по-моему, он не умеет хиляться. Нет у него отхила. И посмотрим, какую тактику он выберет. Какая у него колода будет. Я знаю... Ага, вот как. На танцульках решил сыграть. На танцульках. Так, надо смотреть, кого он сейчас будет, ребята, выставлять. Скорее всего, будет... Хм. Но нет смысла мне сейчас выставлять мину. Вот поверь мне, нет смысла сейчас ее выставлять. Я лучше поставлю ягоду. На третий ход. Что он там делает? Ага. О, так даже еще лучше. Все. Подожди ты. Так, кого он туда будет ставить, я пока не знаю. Он будет убирать. У него наверняка есть вот эта движуха. Переместить зомби, да? Вот такая вот фигня есть. Ладно, посмотрим. Я пока, ребята, получаю. Угу. Вот это вот уберем. А вот это вот поставим. Так, минус танцор диска. Значит, у него есть вот эти вот ханорики, да? Мелкие. В надгробиях, которые прячутся. Ладно. Я это учту. Опять сюда будешь ставить или как? Задумался. Если он сюда поставит, я уже буду влепить ягоду сюда, наверное. Или орех? Нет, ягоду, скорее всего. Ну что ты там задумался? Вот, вот он что делает, ребят, смотрите. Короче, поехали. Так. И вот так. Уж не знаю, кто там где. Поехали. Как хорошо. Ой, а вот это не очень. Хотя нормально, нормально, ребят. Так, сейчас у нас получит повреждение ягода, да? Получит, естественно, атаку. Этого хватит, чтобы пробить этого хмыреныша. Бамс. Бубух. Прекрасно. Угу, шипастая лужайка.
Она-то мне как раз и пригодится здесь. Там, наверное, с кровожадностью у тебя что-то связано, наверное, парень, да? Поэтому сделаем вот так. И вот так. О, какой сюрприз. Интересно, он сможет прокачать своего шипзика вот этого или нет? А, бонус на атаку. Ну и все на этом. Пока. Две карты у тебя, да, всего, парень, говоришь? Две карты. Опа, у меня защита сработает, не волнуйся. Мы тебя и накроем здесь. Так, погнали, короче. Секунду. Ну да, в принципе, яблонька будет самое то. Кого бы он ни поставил, яблоня к себе притянет. Так что, судя по всему, наносит 2 единицы урона. Ну, спасибо, бро. Ты решил, чтобы как можно быстрее тебе конец пришел. Замечательно. Ну, он специально уже, ребята, сделал. Удалил меня 2 этими энергиями. Точнее, 2 урона он нанес, чтобы его уничтожили. Как бы сдаваться он не захотел. В общем, достойно поступил. Проиграл, короче. Так, ну что, давай двигаться дальше. Бабах пока вроде бы тащит катку. Так что не стоит его пока менять. 22 ранг против меня, и это опять же супермозг. Я вот, знаешь, что думаю? Наверное, слишком дофига у меня винограда здесь взято. Слишком много. Так, соперник вытягивает карты заново. Что же ты там вытянешь, а, парнишка? Что? Пока не буду. Но здесь, конечно, немножко невыгодно, ребята. Вот с этим кактусом есть, конечно, свои проблемы. Но вот когда ягодка у тебя есть, да, кактус вообще заходит на ура. Ну вот что он будет делать? Я не знаю, поехали. Так, это что-то интересное, ребята. Предположим. Груша. Угу. Даже так. Ну, во-первых, я сделаю его таким вот образом. Угу. Давай вот так вот сделаем, фиг с ним. Поехали. Щекотун, да? Перемещает и наносит бонус на атаку. Кому? Банану, да? Ну, фиг с тобой, гаденыш. О, парень, ну все тогда, пока. Что я могу тебе сказать? Все карты разбазарил. Молодец, красавчик, что тут сделаешь? Шутник ты, однако. Шутник. Ладно, ребят, тут уже все. Выставляем орех. Это уже даже не интересует меня, если честно. Да, выставляем орех с тобой. Опачки. О, он делает мне рикошет. Замечательно. Он делает мне рикошет. Значит, дальше что у нас пойдет? Наносит 2 единицы урон герою, если зомби использует прием. Вот то, что нужно для нас. Он что, серьезно думает, что он разрулит здесь ситуацию? Че ты вообще, парнишка, ты, по-моему, перегрелся на солнышке, тебе не кажется так? Ладно, окей.
Поехали. Если даже здесь рикошет где-то, я думаю, мы с этим разберемся. Ага, рикошет. И кого же ты будешь убирать? Вот так вот, да? Ладно. О, парень, ты в курсе, сейчас получишь звездюлей? На. Так, теперь время для... Ты понял, да, для кого? Тут он уже, ну, не выкрутится никак. Даже это ему не поможет. Сделаем мы это вот таким вот образом. Ну что там, рикошетник у тебя еще один, да? Нет, у него здесь гаргантюа. И куда же ты его хочешь, у, отодвинуть или передвинуть? О, молодец, красавчик. Молодец. Ну что же, поехали, ребят. Не-не-не, даже не думай об этом. Бесполезно, парень. Так, ну что? Давай, наверное, сделаем с тобой такую штуку. Так. Сделаем с тобой вот так. Сделаем с тобой вот так. А дальше посмотрим, что он там будет делать. Что он там будет придумывать, я не знаю, ребят. Пускай что хочет, то и придумывает. Ради бога. Ради бога. Так, что у него там? Ты посмотри, вытягивает две карты. На. Бум-бух. Так, ну что, добиваем этого, да? Нет, 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 нет. Парень, это ты убери, пожалуйста, отсюда. Вот кто у тебя был, да, там? Уничтожаем, конечно же. Что бы тут сделать-то? Да, в принципе, тут, ребята, уже ничего и делать-то не надо. По большому счету. По большому счету, здесь уже ничего делать не надо. Ну, что у него? 9 энергии, что он там? А, ну ладно. Воспользовался, да, своей возможностью. На. Сейчас у него срабатывает защита, как ты понимаешь, да? Потом мой вот этот вот орех. Пумс, и все. Давай, орех, уничтожай его. Вот, ребята, и все. Прекрасно, прекрасно отыграла картошечка. Сегодня у нас, ну, прям на изи, ребят. Прям на изи, я не могу налюбоваться на нее, на эту картошечку. Надо будет сделать из нее пюре. И, как я вам обещал, ребят, 21-й, ой, 22-й ранг. 22-й ранг, повышение. Так, нам нужно еще с тобой выиграть 3, да? Ой, точнее, 2 игры, чтобы получить 100 гемов. Ладно, давай попробуем. Но поменяем с тобой. Вместо картошки я возьму орешек. Мне бросили вызов. Ну, давай сыграем. А, блин, подожди. Хотя, ребят, какая разница, да? Так, выбирайте. Кого выберем с тобой? А че, только... Блин, я... мне обязательно за растение, да? Ну, ой, за зомби. Ну, давай попробуем. Давай попробуем сыграть. А почему поиск соперника? Эй, 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 эй. Мне не надо поиск соперника. Мы... Ну, извини, бро, ты сам отказался, я... Так. Блин, подожди. Не бабаха, а хотел я сыграть за орех. Выбираем и начинаем.
Две игры мне нужно, ребята, выиграть еще. Многопользовательские. Так, 20-й ранг против меня. И здесь, как ты видишь, разгром. Слава богу, я разгрома знаю. И как бы... Наверное, мне с ним попроще драться. Потому что, ну... Я за него очень долгое время играл. Кстати, тут у меня, наверное... Ох, сколько здесь у меня... запросов, друзья. Кстати, ребята, кто спрашивает, почему у меня игра не вылетает, я вам скажу одно. На телефоне у меня игра тоже вылетает. На телефоне, когда я играю. Поэтому я играю на эмуляторе. Ё-моё, пока я тут разговаривал, тут водолаза уже поставили. Это не есть хорошо, ребят. Водолаз, по-моему, прокачивается. Я не помню. От кого? Но он имеет способность прокачки. Что ты там протираешь? Доборы карт хочет делать? Слушай, это что-то новенькое, ребят. Охотник. Ну, охотника там понятно, с тобой сейчас уничтожим. А вот дальше-то кого ставить? Колотушкой я уничтожу, наверное, вот этого водолаза. Скорее всего, так будет. Окей. Так, первую защиту у меня уже сняли. Смотрим. Угу. Давай посмотрим, кто там у тебя спрятался. О! Зомбик там был какой. Так, ну что, молотушка есть у нас? Я все должен до водолаза до этого добраться как-то. Не знаю, каким образом. Фонарь. Блин, вот это плохо. И это тоже плохо. У него одна энергия, да? Так, рестлера. Блин, почему так... не фартит? Поехали. Так, орех, да? Ну, давай сюда поставим орех. Орех он может раздавить шаром. Еще один. Еще, ребята, один у него здесь. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Ну, не знаю. Давай так пока оставим. Что там? Перемещает, вытягиваешь карту? Ну, давай, перемещай. Сюда, да, на край? А, вот сюда ты поставил. Итого я получу еще три в лицо. Угу. Блин, мне бы до защитника дожить, а, ребята. Да ты запарился своими привидениями, вот серьезно тебе говорю. Так, попробуем сделать вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун, да? Тун-тун-тун-тун-тун. Ну чё, поехали тогда. Так. И вот так. Кого уберет? Никого. Естественно, у него там привидение сейчас будет. Две штуки. А, нет, одна, одна. Потому что этого призрака я не убью. Защита? Отлично. Так, это нам пригодится. Крокодил, ну неужели? Ну наконец-то, ё-моё. Опа. И где, кого он убирает? Орех, естественно, да? Но этого мы с тобой разберем
Вот таким вот образом. Пим. Так, здесь все под контролем, здесь под контролем. 2 единички урона, я думаю, я вытерплю как-нибудь. Так, пока призрак. А вот теперь будут у нас с тобой защитнички выходить. Наверное, да? Или как? Давай, короче, я сделаю вот так вот. Защиту. Это раз. Это раз. Во-вторых, вот так. Ну и в-третьих, вот так вот. Посмотрим. Оу-оу-оу-оу. Ты гляди, как кто у него здесь. Куда ты там отодвинул? У меня защита, ребят, стоит, поэтому я не волнуюсь. Он меня не пробьет. Угу. На тебе. Ну что, с этим будем по-другому, да, разбираться тогда? Раз уж не понимает он нормальных человеческих слов. Делаем с тобой вот так вот. И, наверное, вот так вот. И вот так. Пока все. Ну, вот только это ты можешь себе сделать. Поехали. Бумс. Так. Ты бич. У меня еще, не забывай, защитники есть. Так что переживать особо сильно я не буду. Все на этом, я думаю, да? Че, поехали? И сделаем с тобой вот так еще. Че там? Перемещай. На воду, да? А, нет, сюда. Орех ты все равно не уберешь, парень. А вот это уже серьезно. Там у него есть карта, которая может убрать... любого практически, да, убрать фонарь. Серьезно. Оу. А вот это заявочка, ребята. Он будет бомбить, да? 100%-ников он будет бомбить. Ну, поехали тогда, вот так я сделаю. Смотри, что делает. Но у нас с тобой есть защита, так что урон мы не получим с тобой. Я думаю, ты понимаешь, да, почему? Смотри. А он бессмертный. Так, ну что? Осталось просто его уничтожить и все, ребят. Тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Что тут сделать, я не знаю. Ну давай вот так вот сделаем. Так тебе будет проще, лучше, спокойнее. Я не знаю, что там. На. Так, он может его убрать. А он может убрать и вот этого. Крахмал ему мой помешал, понимаешь? Ладно, давай дальше действовать. Я выставлю вот так вот. Есть что-нибудь
Прекрасное у тебя там. Что там? Безумие? Все, думаешь? Давай, последняя карта. Последний шанс у тебя. Ты им не воспользовался. Все, друзья мои, разбомбили мы разгрома с тобой. Так, и нам нужно еще, по-моему, да, с тобой? Да, еще одну победу сделать. Ну, погнали. Блин, как бы мне научиться, ребята, играть за Цитрона? Вот серьезно, я очень хочу, но нет у меня тех карт, которые нужны именно для имбовой колоды. Опа, смотри-ка, мы на равных. Блин, конечно, картошка против бесячества. Мне кажется, это не лучший вариант. Совсем не лучший вариант. Ну, я оставлю все как есть. Наверное. Блин. Ай. Ну, это трэш. Лучше бы я не трогал эти карты, ребята. У него очень много мелких карт. И он очень быстро может занять преимущество на столе. Ну вот, начинается, видишь? Курица какая-нибудь или кто там тебе? Оу, еще и сосиска. Ты прикинь, как ему свезло. А мне какой-то дали, блин, пузырь. Ой, все, ребята, по-моему... По-моему, понеслась, как говорится, да? Да. Трешово, конечно, трешово. Ну что там, давай, показывай. У него же здесь есть еще и этот. Как он называется-то? Блин, прокачиваться будет. Ну, погнали. Что делать, ребят? Сейчас у него две энергии есть, я не знаю, что-нибудь вызовет. Ага. Даже вот так вот он решил сделать. Но он, наверное, не знал, да? За надгробие прячет. О, как даже. Хорошо. Спрятал за... Этот будет прокачиваться сейчас у него. Танцулик его. Блин. 13 хп всего лишь остается. Угу. Начинает расстановочку. А вот сейчас бы мне как зашел бы, а, этот виноградик, который у меня был. Как бы он сейчас хорошо зашел бы, друзья мои. Так, мы можем с тобой сделать следующим образом. Этого поставить сюда. А этого поставить вот сюда. Поехали. Это своим прочерком вылез. Да-да-да-да-да, именно так. Не очень хороший результатик-то у нас с тобой. О, кукурузка-то как раз была бы вовремя, но... Что-то он там юлит, а? Скажи-ка мне на милость. Давай я сделаю вот так вот. И вот так. Неужели уничтожит фонарь мне? Если уничтожит фонарь... То будет плохо. Если ягоду тронет... Всем! О-о-о, ребята... Я только этого уничтожу, да, получается? Горячка. Вот сюда мы ее поставим. Как дальше-то быть? Как мне, ребята, быть дальше? 6 энергии, я поставить никого не могу.
Да, тут, по-моему, я проиграл. Он сейчас вызовет своих бесят этих несчастных. Две штуки. Чего? О, как ты, даже вот так вот. Ну давай. Поехали. Пум-пум-пум, что там? Угу. Жаба, это хорошо, ребята. Ты прикинь, сейчас у него сколько урона он сейчас получит? Двадцатку. Ай, просто два. Это в первый раз, ребята, вот так вот, чтобы ягода прокачалась до двадцатки и просто звезданула ему в лицо. Сегодня, конечно, вообще. Мои ребята сегодня просто в ударе. Согласись. Ну что, мы получаем с тобой 100 гемов. Да, мы заслужили их. Прекрасно. Я думаю, что игра у нас сегодня получилась удачно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.